огромный. Привет, мужик. Ты мужик или женщина? Вот это вот женщины сидят. А ты вот кто? Тут видно кто-нибудь? Ничего не видно. Прикинь, это уже и голове. Ты жрать будешь, нет? Жрать. И наглый такой еще. И не боишься. Глаза наглые. О, пожрать принесли. Нет, 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 это не пожрать. Это не тебе. Иди в следующую, это балкон. А он так шею вытянул, да? Это вот называется, как их? Ласты. У тебя ласты большие. И на наших чаек ты не похож. Витя, они тебя искали. Скажите что-нибудь. Видимо. Ну скажи что-нибудь. Ну скажи. Ну скажи. Он там где-то был расстоян, нашел меня, тыщ, за ним сиденье, вот так вот прилепило и все. Проезжаем мимо этого, где Ватикан, там какой-то автобус турист. Там... Все оживилось, оживилось. Да, жрать давайте, жрать. Ну что, будем пировать, да? Ну вот, давай. Эх, бля! Ты че, друган? Иди нахрен и отсюда! Ты поаккуратнее! Че, да все, что ли? Нет, он что, может сказать, все? Он проглотил это дело? Да. Он даже, по-моему, не почувствовал. Или он уронил? Проглотил. Он сожрался. Слушай, не мешай, не следить за едой. Сейчас как клюнет. Смотрите, я его сейчас могу за лапу схватить, потому что он будет на пищу смотреть. Не надо, не надо. Зачем? Зачем? Хитрый, хитропопый. Умный. Ты видел, как он так с башкой крутит? Он уже тут крученый. Так, пошел, смотри, на второй круг, на первый. Соседнюю. Русский, он больше не полечет. Вон он сейчас повернется, сейчас смотри. Еще один. Как это ведь он называется? Заход, заход, заход. Пулеметы включить. Один голубь у нас, потом два голубя, потом три голубя. Он реально вареный, да? Конечно. Здесь нет растворенных, как у них это считается западло.